хорошая параллель. С точки зрения результативности Милана. Чава! 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 4-0! Федор Чалов забивает. Какое-то подобие атаки у Белинова. Получался вынос мяча, удар, и все, удар сделано. 2-0. Чалов первым же касанием забивает гол. И здесь кто-то... Вперед! Уже в компенсированное время. Разбегается Федор Чалов. Удар 1-0. ЦСКА выходит вперед. А Федор Чалов. Марио Фернандес. Поток касания на Фернандеса. Отличная передача. Это опасно. Фернандес поднимает голову. Прострел не за 0-2. И принимает поздравления Федор Чалов, которого не успел заменить Виктор Гончаренко. Незаменимый. А вот такой прессинг ЦСКА. Отлично. Отбор теряет мяч. Маркизио. Ахметов. Чалов 1-0. Привет большой Клаудио Маркизио. 1-0. Федор Чалов. Лучший бомбардир российской премьер-лиги. Ну как раскатали молодежь. Сезон.
Сигурдсона. Обликов ушел от Тиля. Обликов. Класс! Ой, как здорово! Как здорово! Как здорово! Уже было видно сразу, что будет гол. Какой пас сделал сейчас Обликов, ну и как выиграл свою позицию. Потому что в таких ситуациях как раз видно, кто владеет мячом штрафной. Атакующие футболисты по своей природе или обороняющие. Сейчас пошел штрафной мяч. Под левый удар! И это гол! 1-1 на 40-й минуте. ЦСКА сравнивает счет. 12-й мяч Федора Чалова. Бьет и пробивает Евгения Городова. 1-0. ЦСКА хват на 65-й минуте. Армейцы выходят таки вперед. На своем флане. Вот здесь Фернандо здорово играет вперед. Якоби Йол. Уже в штрафной площади. Прострел, удар и гол! 1-0 на исходе. 4 минуты матча ЦСКА. 30 минут до начала матча. Нас спрашивают сегодня комментатор. Говорит, нет бомбардир. Но бомбардир Чалов. И вот он, вот он, вот он. Очередной фронт. Федора Чалова. 5-0. Мяч защита. Бежит в сторону центра поля. Второй помощник в премьер-лиге прошлого сезона. И открывается справа Марио Фернандес. Легко обыграл Дмитрашвили. Фернандес. Вот он, ожог Абонита. Удар по воротам и гол! Федор Чалов. 1-0. ЦСКА впереди. Какой же классный гол. Поехал чуть нога, Влашич легко обыграл Олсена, передача на Чалова, Чалов с мячом, Чалов смещается в середину, удар! Какой гол! Вот это удар Чалова! Это удар Федора! Федор мастер! Для русского открыт Марио Фернандес, но пока завязывает игру в центре, ответная передача, вот, пожалуйста! Было предчувствие, что еще не все. Федор Чалов прервал молчание, Федор Чалов. Возникает здорово Обликов. Вот Влашич и момент для гола. 1-0. Федор Чалов. Полную передачу на Влашича. Тот, потеряв мяч, тут же отбирает обратно на Чалова. И мяч у ворота. Всего 10% публики, а Устин потрясающе помогает. И удар и гол! Удар и гол! Сейчас Чалов, 2-0, Федор Чалов, ему очень нужны забитые мячи. Единых результат, да еще и поражение. Так, Чалов, Чалов, ничего себе, какой гол Федора Чалова! Федор Чалов, да-да-да, сумел он реабилитироваться. Такое касание, Никизян, и забивать можно здесь. Чалов, 2-0. Подача, еще одна. И 3-0. Федор Чалов оформляет хет-трик. Оформляет хет-трик Федор Чалов. Улыбается Василий Березуцкий. Улыбается. Свое дело. Подача в штрафную. Опасный момент. Чалов 1-1. Федор Чалов. 71-я минута. Казинского и Джуки мяч перехватывает. 3-3. Партнеров против троих. Ростовчан и Джухи делает передачу под удар. И это гол. Это очень классный гол. Очень долго готовил этот удар Федор Чалов. Витя Митрович дальше на Ахметова. Надо обыгрывать переступы Ахметова. Передача на Чалова. Удар. 2-2. 2-2. Айда Федя. Айда Ахметов. Айда Митрович. Айда Цейс. Загоев. Отличный пас на Федора Чалова. И 2-1. ЦСКА выходит. Все делает Алан Загоев, как настоящий гроссмейстер. Да, еще нужно было забить, но как же он культурно покатил на ход и в ногу Федору Чалову.